Доброе время, дорогие друзья! С вами на связи Николай Турушев. В этом видео мы с вами поговорим, как отследить посылку в компании Bepic. Итак, давайте начнем. Для начала нужно зайти в бэк-офис компании Bepic. Как это сделать, все вы знаете. И заходите в раздел Order History, то есть история заказов. Кликаете. И у вас здесь будут ваши заказы. Когда компания отдает заказ службе DHL, то появляется вот такой вот трек-номер именно для отслеживания заказов. Вы копируете вот этот вот номер GM и длинные цифры. И заходите на сервис, где можно отследить данную посылку. То есть, к примеру, я отслеживаю посылки на сервисе, где посылка. То есть, набираете, где посылка. То есть, вот у вас в поисковике сразу же высветится. Вот запомните сервис, где посылка. И вот в разделе «Отследить посылку» вы вставляете трек-номер и нажимаете «Отследить». Идет отслеживание. Ждем буквально несколько секунд, и данные у вас выйдут на экране. Когда служба DHL отдает уже именно ваш заказ на почту России, то есть на таможне, у вас присваивается вот такой вот российский трек номер. Вы его снова берете и копируете, и заново вставляете. Все, и отслеживаем. Ждете буквально несколько секунд, и вот вуаля, именно посылка уже ожидает по адресу. Все очень просто, друзья. Именно пользуйтесь этим видео, дайте своим партнерам и отслеживайте свои посылки самостоятельно. С вами был Николай Турушев. Всем пока!